Доброе утро! Я сегодня проснулась в 7 утра, представляете? Для меня это пипец как. В общем, непривычно, потому что я обычно люблю поспать до 9. А тут муж мне сказал, что мне какой-то сюрприз в 10:30 нужно быть готовым. Готовым, готовой. В общем, в 10:30 надо быть готовой, и куда-то мы поедем. И я прям в 7 утра уже проснулась. Вот сейчас пойдем завтракать, пить чай и кофе. А сначала нужно сделать вакуум. Вы делаете вакуум? Я продолжаю делать вакуум. И честно, мне кажется, там для органов внутри это тоже очень круто. Но я прям заметила изменения в своем пищеварении. Стала пить больше воды и делать вакуум. И планку еще делаю. То есть это все, что я успеваю из физических нагрузок. Пока больше ничего не успеваю. Планку скачала на телефон специальную программку. Там планка 28 дней. И уже могу минут стоять на планке. Хотя для меня это... Я 30 секунд стояла и тряслась, и все, и падала там уже на 25-й секунде. Ждала, когда же эти 30 секунд там закончатся. Сейчас минуту. Для меня это достижение. Вот, поэтому сейчас вакуум, планка и завтрак. Что тут у тебя за дом? Мама, ты сам построил? Да. Мама, это молодой туалет. Можно. Да, это дом молодой туалет. А что ты думаешь, что кто-то сказал тебе, что нельзя? Доброе утро! Нет, еще подарок от Антохи. Вот такой вот торт праздничный. Именинный торт. Антошек мне нарисовал. В общем, такая красота. Со свечками, гляньте. Завтракаем. Доели уже карбонару. Гриша доедает тут свою тарелку английскую. Картошка фри. И творог со сметаной у нас сейчас с Антохой будет. Сейчас. Там мы сначала думали, что это капуста, а оказывается, что это острые перцы. Сейчас я их уберу. Что я сделала? В общем, поставила вариться картошку, и яйца будут у нас оливье. Ну, такое со свежими огурцами, чтобы такой весенний вариант и с укропчиком. Яйца сварились. И здесь такая красота. Прямо сейчас бери и ешь. Я прям любуюсь. Любуюсь овощами. Ну и фруктиками чуть-чуть. Ура! Картошка еще варится, яйца уже все вымыла, остудила. Вот сейчас еще немножечко и буду вытягивать картошечку, чтобы тоже не переварилась. Ой, какая красота! Так, мы собрались. Все по плану, да, папа? Иди, папа тебя оденет. По папиному плану, наконец-то. Все по папиному плану. Это мои новые джинсы из Зарины, да, или как там это все? С птичками, с вышивками. В общем, мне нравится. Ну, там здесь птички от увиденного не улетят. Выехали. Идем, как дети говорят, попкорн. Куда едем, папа не признается. Будем сейчас его пытать. Папа нам загадал загадку. Мы едем на букву Е. Первая Е, последняя Е. Какие у вас там ассоциации, напишите. У меня все неприличные. Что это? Это бассейн с крокодилами. Бассейн с крокодилами. Такие отличные. Праздничные ассоциации такие. Радостная. Фонька уже спит у него. Нет, а спит. Ему пофигу. Да. Ее. Ее. В общем, какие-то буквы странные. А я знаю. Продолжаем ехать. Уже 10:57. У нас есть время, пап? 3 минуты. В 11? Какой в 11? Ну да. Мы успеем? Да, успеем. Уже рядом.
Я хотела бы прыгнуть с тарзанки. Я хотела бы спрыгнуть с парашюта. Я это очень... Да это ж не значит, что я бы это сделала. Я бы просто хотела хотеть. Мама, нам мечтать не вредно. Я строю планы на будущее. Что об этом говорить, лучше так, сделать. А где буква Е тут? Полет, самолет. А ты говорил первая буква Е. Ну, сейчас ты можешь и на Е, и на Ё кричать. А, да. Ну, что там, прогулочная и это. Мам, ты будешь прыгать с парашютом? Короче, мы приехали. Короче, мы едем. Мама, готова? Все серьезно, нас прям еле пропустили. А папа, ну, правда будем летать? Мама будет летать. Вот ее беленький самолетик стоит. Может, лучше на вертолетике? А или вон тот маленький? Ну, вот этот беленький. По крайней мере, на фотографии он. Встань фотографии. И вот тут где-то мы ставим машину возле ангара. Я думаю, да. А что это за сачок? Ты, там уже кто-то полетел. Да нет, это он, это свой самолет. Видишь, турбировал. Ну, у меня же без мертвой петли. Нет, у тебя обычно без всяких вот этих. Страшно, мне страшно. Так. Как вас зовут? А, мне страшно. Короче, сейчас полечу. Все, надо просто расслабиться и ехать. Зараза такая, ничего мне не говорил. Сейчас посмотрим. Садится, садится. Иду на фасадку, да? Угу. Я иду на фасадку. Мэри Поппинс, до свидания. Вот, видите, садится. Они садятся, я боюсь за них.
летать, чего ты боишься? А, видишь? Мама, привет! С возвращением на землю. Есть касание с землей. Да, есть касание с землей. Угу. Как там обычно в фильмах говорят. Да. Есть касание с землей. Достань его, мои. Что? Ключи. Закрой дверь, да? Ну, с возвращением. Все, я надеюсь, прошло удачно. А, окна. Ну, выезжай, где ты, мама? Не прячься. Вот и мама. Аккуратно, идите сюда. На ангаре вот такой? Да нет. Пошли, руки взяли? Отдалишь. Что там наша мама, как у нее? Мама, ну чё, сколько пальцев, мам? Мама, как? Как вы себя чувствуете? Ой! Сначала я чувствую себя губернатором. Чё-то ты слишком резко взлетаешь, а? Спасибо большое. Пошли, зайди. Спасибо. Ну чё? Я прям счастлива. А мне чего, пап? Я вам вот сел. Держи вот эту птицу. Обалдеть, мама, спасибо. И тебе хочется. Будешь? И мне хочется. Давай. Буду. Давай. О, пиво. Просто пиво. Сильно переживал, как-то не за открывание все будет. Открывай. Я даже не переживал. Это, представляешь? Да ладно, не переживал. Мама, это что-то, это американский сказок, который это... Днем рождения, мама. Спасибо. Угодил? Очень интересная эта штука оказалась. Я... В общем, ура, я первый раз летала на самолете. Надеюсь, что не последний. В следующий раз будет в Турции, да? Туда. Пристегиваемся, детки. В общем, вид обалденный. Я чувствовала себя реально губернатором каким-то, который совершает облет. Такое чувство прям страха сначала. Было очень страшно. Но я потом расслабилась, и все пошло как надо. А, все рады! А Фанти рад? А Фанти, пошли лопачать! Пошли, Афань. Они уже далеко-то не улетят, это хорошо. Пошли. Нет, сейчас не надо, пошли еще. Потом, только не сейчас, пойдем. У нас праздничный борщ на обед. Да? Вчера оно было. Ну что, начинаем готовить ужин. Сегодня к нам придут гости, чему я очень рада. В общем, сейчас приступаем. Будет готовиться с торта. В общем, крем-чиз, 6 пачек сливочного сыра по 140 грамм, немного сливок и 2 пачки по 150 грамм сахарной пудры. 2 этих высоких-высоких бисквита 20-сантиметровых на 5 яиц, стакан муки, стакан сахара и клубника. 2 лотка из Магнита. Красивая отложилась, ну, на украшение, а
Вот это вот все режу пластиками и пропитывать буду бисквит. Тортик готов. Он, знаете, как называется? Клубничная Эйфелева башня. Потому что бисквит поднялся так, что я даже не ожидала. Вот это вот два бисквита на 5 яиц. Так что, в общем, такая Эйфелева башня. Или как это? Пизанская башня, наверное, скорее всего. Так, мы уже поставили стол. Я сделала оливье. Уже начинаю все расставлять. Оливье со свежими огурцами, с укропом, с зеленым луком. И остальное все как обычно. В общем, очень вкусное. Сержуня, правда, такое не любит, но это же мой день рождения. Буду делать греческий, овощную тарелку. На костре будем жарить свинину, рыбу на решетке. И еще куриные плечики. Их мы покупали уже маринованными на Кавказе. Вот. И уже пюрешка варится. И грибочки в духовке. Да. Ну, там их не видно. В общем, они там загорают. Моя кума приехала. Гришина крестная. Привет! Афоня, посмотри на маму. Я его там консультирую, он мне вечно. Покажи мне платье, которое тебе мама пошила. Тебе как Маргарита платье? Класс? Ты уже в садик в нем ходила? Вера, ты же там уточнила, мельки вы зашли тоже нечаянно. А, встретились случайно? Да. А мою не выкидываем. А мама сказала, когда я лето дождь, мы будем. Да? Я говорю, это я не знаю, что это. Один? Всем по одному, да? Да. Можно. Один. На, кому? Зоя. Зоя, на. Это водила. Тебе еще надо? На. Еще один дайте. Что-то родня как-то публика пропала. Нужно скачать это все. Пой мне песню, Сержунь. Пусть бегут ты, неуклюжие пешеходы. Зая, я что целый год зря английский учила? Давай на английском. Чё-чё-чё, про какие-то там органы, чё? Ой, да это пипец, Серёга. Ладно. Хватает. О, подбирай, подбирай. Ой, это что за торт с лицо? Ты будешь так? А ну давай. Ой, молодец, Зотька. Ты будешь так? Будешь, а ну кусай. Торт? Нет, скажи. Все, можно резать. Побудешь, ты будешь. Ну что, час ночи, мы заложили посудомойку, брали всю еду в холодильник и идем отдыхать. Ура! Стукнуло мне 32 или 23, я уж не помню. Но было круто. 2 дня веселья. Я в шоке. Спасибо всем за поздравления. И до завтра.